Прежде всего, моему Гуру Пада Падме, Нитарила Правишта Ом Вишнапада Аштатарашата, Шри Шримад Бхакти Шри Рупе, Сиддханте Госвами Махараджу. Я предлагаю свое бесконечное Саштанга Дандават Пранамы, склоняясь к его лотосным стопам, также моему Шикше Гуру Пада Падме, Нитарила Правишта Ом Вишнапада Аштатарашата, Шри Шримад Бхактиведанте Шриле, Нарайне Госвами Махараджу. Я предлагаю бесконечные саштанга дандават пранамы, склоняясь к его лотосным стопам. Также всех вайшнавов и вайшнави я прошу принять мои поклоны. Харе Кришна. Мы слушали о том, как Вишварупа Прабху принял саньясу. Это старший брат Нимайи. Когда Вишварупа принял саньясу, он, естественно, ушел из дома. Почему он это сделал? Потому что он понял, что этот мир подобен дармашале, постоялому двору. Этот мир анитья не вечен. Отношения здесь временны, и жизнь человеческая очень редкая. Предназначена она лишь для того, чтобы совершать баджан, духовную практику, и как можно скорее пересечь этот океан материального бытия. И остался в доме младший брат, Нимай. Он был необычайно разумный. Его ум был очень острым, очень ученым был Нимай, великим пандитом с самого детства. Даже учителя поражались его разуму, который был очень сильный даже в детском возрасте. Всего лишь услышав один раз что-либо, Махапрабху запоминал это и уже мог дать свои тики, свои объяснения. Ведь это сам Господь, сам Бхагаван. Сачимата и Джаганатха Мишра, родители Махапрабху, конечно же, тоже заметили ученость и разумность своего сына Нимая и поняли, что он не останется дома. И по примеру своего старшего брата Вишварупа, который изучил все писания, также оставит дом. Ведь все писания, к чему призывают, оставить все Сабкадж Бихари, Писари, и поклоняться Господу. Ведь эта жизнь человека очень редка, она лишь для духовной практики. Все писания провозглашают это. Гита, Бхагавата, Рамаяна говорят именно об этом.
и цели человеческой жизни, а духовной практики. Поэтому родители Немая думали, если наш малыш Немая будет учиться, то он, конечно, тоже примет саньясу и оставит нас. Поэтому пусть он лучше будет неучим Мурка Хана Гара Мора Рахука Немай, но останется дома, будет служить нам. Поэтому нет никакой необходимости нашему Немаю учиться, сказал его отец Джаганатха Мишра. Махапрабху запретили посещать школу. Махапрабху так опечалился из-за этого. Меня не дают учиться, не разрешают посещать школу, думал маленький Немай. Он так печалился из-за этого. Поэтому какую лилу он явил? Он отправился в то место, куда выбрасывают использованные горшки. Горшки из чего делают? Из глины. Когда рожается ребенок, либо другое событие происходит важное, все глиняные горшки выбрасывают, не оставляют дома, и используют новую посуду. И это место, куда выбрасывают использованные горшки, считается апавитра, нечистым. И Махапрабху однажды, когда ему запретили учиться, отправился в это место нечистое и сел там на гору из использованных горшков, измазался сажей и выседал там. Шачи Мата, когда увидела это, удивилась, что это? Это же нечистое место, почему мой малыш там сидит? Эй, Немай, давай, слезай, что ты там делаешь? Перемазался ведь в саже, иди ко мне. Махапрабху тогда сказал, но вы же мне не разрешаете учиться, поэтому как я могу понять, что хорошо, а что плохо? То есть, какое место чистое, какое нечистое? Как я отличу это? Вы же мне в школу запрещаете ходить? И Махапрабху погрузился в настроение Дататреи и начал давать своей матушке наставления. Кроме того, матушка, ты говоришь, что это место нечистое, но разделение на хорошее и плохое происходит только из ума. Так оценивает наш ум. Это хорошее, это плохое. Таково разумение ума. Но татва истина такова, что Вишну Брахманда, то есть вся Вселенная, это то, где присутствует Господь. Господь находится повсюду. Без Его желание даже листик не шелохнется, что означает, что Господь повсюду, Ему все ведомо. Прохлада Махарадж, например, когда сказал своему отцу, что его Господь повсюду, Хиранья-Кашипу, его отец, ответил, и что, и в этой колонне? Прохлада Махарадж сказал, конечно, и здесь я вижу моего Господа повсюду. Кроме того, возвышенный преданный видит Господа повсюду. Помимо того, что и так Господь повсюду, возвышенный преданный это понимает. Джара, Тянха, Нетрапада, Танха, Кришна, Споры. Во всех направлениях преданный видит только своего господина. Поэтому Прохлада Махарадж, также, будучи возвышенным преданным, понимал, что Господь повсюду получал его даршан. Таков признак Махат Бхагавата, возвышенного Вайшнава. Хирани Кашипу спросил, что, и в колонии твой Господь? Конечно, и в колонии, ответил мой Прохлада. Что, правда в колонии твой Господь? Конечно, он сарватра, он повсюду присутствует. Ну, давай посмотрим, где там твой Господь. И Хирани Кашипу как ударил по колонии и проявился Нарисимха Бхагаван. Джай. И Чайтанья Махапрабху дает похожее наставление. Матушка, ты говоришь, что это место нечистое, но это разумение ума. Оценка ума, но Вишну Майя, то есть Господь присутствует повсюду в этом мироздании. Поэтому как что-то может быть нечистым, если Господь повсюду? Кроме того, ты считаешь эти горшки нечистыми, но они использовались для служения Господа. В них был просад Господа. Господь принял этот просад. Как же горшки, в которых этот священный просад, могут быть оскверненными, грязными, нечистыми? И женщины в это время подошли к Шачи Мате и сказали, «О, Шачи, наши дети не хотят учиться. Это же природа детей. Хотят они учиться? Нет. Надо их заставлять, через силу они учатся. Им больше нравится резвиться, веселиться». Когда мы ходили в школу, в нашей деревне,
Был один учитель, очень строгий. И мы как бы даже могли спрятаться, чтобы не пойти в школу. А когда были тяжелые предметы, например, математика, детишки могли даже через туалет, через окно выбираться и убегать из школы. Настолько им не хотелось учить эти сложные предметы, тяжелые для восприятия. И поэтому матери, женщины сказали Шачимате: «Наши ребята не хотят, наши дети не хотят учиться, а твой Нимай так жаждет знаний. Почему же ты чинишь ему в этом препятствие? Наши дети не хотят учиться, мы их пытаемся хоть как-то заставить, а твой ребенок тянется к знаниям. Почему ты не разрешаешь ему это? Пусть он учится». И когда Джаганатха Мишра узнал об этом, Нимаю разрешили потом учиться. А ранее какая лила произошла между Джаганатха Мишрой и Шачиматой? Они обсуждали, надо учить Нимаю или не надо, и спорили. И Джаганатха Мишра доказывал, что даже если Нимая не учить, все равно он сможет прожить. Почему? Потому что наша судьба уже прописана. И Джаганатха Мишра объяснял своей супруге. Джаганатха Мишра говорил: кто говорит, что учеба обеспечивает процветание, что из-за того, что у нас есть образование, мы можем получать какую-то пищу? Разве это так? Вот посмотрите на меня. Я, Джаганатха Мишра, так образован. И что? Я состоятельный? Нет, я живу очень скромно. Но есть люди, которые не столь образованы, однако их дела процветают. Они очень успешны, хотя не столь много знают. Но деньги словно рекой к ним текут. Но взгляните на мою жизнь. Я пандит, очень ученый. Каково же мое положение? Хотя я браман, очень сведущий, образованный, я живу скромно. А есть те, кому деньги текут? Поэтому неверно думать, что образование обеспечивает процветание. Господь написал на лбу нашу судьбу. Что нам суждено, то мы и обретем. Есть тот, кто не получил образование, но родился в очень богатой семье и, получается, с самого рождения уже стал наследником огромного состояния. А кто-то может работать и ничего особо не обрести. Поэтому мы зависим от своей судьбы, установленной Господом. Не стоит переживать и думать, что хорошее образование обеспечивает достаток и наоборот. Махапрабху проживет, Нимай проживет и без образования, говорил его отец, когда не хотел, чтобы он принял саньясу и ушел из дома. Какие лилы еще Махапрабху являл в своем детстве? Например, однажды, в день Экадаши, Нимай так разревелся, никто не мог его успокоить. Спросили: «Чего ты хочешь, малыш, почему ты плачешь?» Есть Хирани и Гавардан, или Хирани и Джагадиша в другом варианте. Сегодня Экадаши, и в их доме, сказал Нимай, так много подношений для Господа, для Такурача. Такой чудесный просад они приготовили. Если вы хотите дословно пран ракша защитить мою жизнь, мой пран, жизненный воздух, принесите мне эти подношения, сказал Нимай. Ничего себе, какие у тебя просьбы. Откуда ты знаешь, что в чьем-то, во-первых, что сегодня Кадаши, во-вторых, что в чьем-то доме такие чудесные подношения? Как ты догадался об этом? Нет, 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 не отговаривайте меня. Хотите защитить мою прану, прану ракша, принесите мне эти угощения. Ох, Нимай. И пошли родители к этим преданным. Сказали: наш Нимай, наш малыш так расплакался. Говорит, что вы сегодня чудесные подношения сделали для Господа. Правда это? Если да, можете немножечко дать этих угощений? Почему Нимай явил такую лилу? Господь не кушает из любых рук. Он принимает только от преданных и может даже силы забрать. То есть от непреданных он не примет ни крошки, ни росинки. Но от преданных, от бхакт, может даже силы забрать. Например, далее, чуть позднее уже, Махапрабху явил лилу со Шридаром. Он кела-пичар, то есть продавец кела, того, что связано с бананами. Он продавал
он продавал цветы бананов, их едят в Бенгалии, и моча называется, и тора. Это белая такая субстанция внутри банановых деревьев. Это моча. Тоже в Бенгалии это кушают. Очень вкусно. Когда-нибудь, если встретиться, вы сможете попробовать. Это в Бенгалии, в Орисе. Когда сезон дождей, очень много растет в банановых деревьях. И Махапрабху, естественно, знал, что его преданное продает. И каждый день ходил к Шридхару, который продавал вот эти цветки, цветы бананов и белое содержимое из бананов. И просто с силой отбирал, говорил, «Так, давай мне самое хорошее», Шридхар говорил. «Ну почему ты ко мне приходишь?» — отвечал Шридхар. «И столько других магазинчиков. Иди туда». «Так, нет, я хочу взять от тебя, не от кого другого», — говорил Махапрабху. «Так, кроме того, бесплатно. Ничего я покупать не буду. Отдай мне бесплатно». Каждый день Махапрабху приходил и спорил, выпрашивал, вытребовал у Шридхара эти банановые цветы и прочее. А Шридхар отвечал, «Ну на что я буду жить? Я половину дохода отдаю на поклонение Пуджи. На оставшуюся половину живу, поддерживаю семью». «Ганга?» — говорил Нимай. «Так это моя Даси, моя служанка». «Эй, что ты говоришь, богохульник?» «Ганга, твоя служанка?» Потому что Шридхар не понимал, что это Господь. «Ничего себе ты вырос и как заговорил». «Ганга, это Чаринамрита, вода, которую умывали стопы Господа». То есть так говорил Шридхар, не понимая, что перед ним сам Кришна, украшенный цветом тела Шримати Радхарани и ее настроениями. И так Махапрабху просто с силой отбирал то, что ему надо у Шридхара. А потом, позднее, когда Махапрабху проявил свою сварупу, то есть проявил перед преданными, что он Господь, он подзывал к себе всех бхакт по очереди и рассказывал их жизненную историю. И Шридхар тогда тоже подошел и понял, что да, это все-таки Всевышний, Ганга действительно его даси, служанка. А до этого Нимай силой требовал у него подношения. Почему? Потому что Кришна так жаждет получить подношение своих бхакт, он даже сам отбирает у них все. Что говорится в Бхагавад-гите? «Патрам пушпам фалам таям». Цитата. Когда преданный предлагает с любовью, йома бхакти праячхати, тадахам бхакти упахрита. То есть важны не просто четыре вещи, но и любовь. Что можно подносить? Патрам — листы, пушпа, то есть цветы, таям — воду, фал — плоды. Это можно предлагать Господу. Но самое важное, что бхакти, чтобы с любовью это подносилось Господу. Господь, по сути, ничего не принимает внешнее. Ему важна только любовь. Дурьодана кимева тьяга, сага видура, гарекхай, сабсауча према сагай. Цитата из Баджана, что превыше всего любовь. Дурьодан, например, Грудов объясняет это Баджан. Дурьодана приготовил множество роскошных подношений, но Кришна ничего не принял, но пошел в дом Видуры и там ел шкурки, кожурки от бананов, которыми кормил его в Дуране. Был очень счастлив. Видура, когда пришел, увидел: «Эй, глупая, что ты делаешь? Ты кормишь Господа шкурками от бананов». «Ой, действительно, что я делаю?» — очнулась Видурани. И Кришна сказал: «Ой, уже не так вкусно стало. Почему-то я, Видура, я не кушаю ни банана, ни банановые шкурки, я вкушаю только любовь. Поэтому тот вкус, который был до этого от банановых кожурок, он был слаще, чем сейчас. Господь жаждет, он голоден только до премы». И Хираня Гаваган, или Хираня Чакадиша в другом варианте, догадались, этот ребенок необычный, раз он узнал, что сегодня мы приготовили подношение для Господа. У преданных естественным образом собавик есть любовь, привязанность к Господу. Поэтому они не только догадались, что ребенок необычный, но и, конечно, все, что приготовили, все отправили для Нимая, чтобы он покушал. Ведь для кого они готовили? Для Господа. А тот сам Господь захотел непосредственно принять их угощение. Мораль истории. В Экадаши принято, что Экадаши для кого? Для нас. Не для Господа. Не для Дакураджа. Поэтому правило следующее, что в Экадаши то, что мы не вкушаем
Мы предлагаем это максимально пышно, роскошно Такураджи, божествам. Мы Бададжива, обусловленные души. Мы хотим Мадар Панир, Сабджи, другие вкусности, потому что мы обусловленные души. И мы думаем, ой, сегодня такие Сабджи сделаю. То есть готовим вроде как для Господа, но уже мысленно все съели, что собираемся приготовить. То есть готовим для кого? Для Такураджи? Однако настроение Бавана какая у нас? О, мы покушаем потом. Я это все съем. То есть формально, на словах, для Господа, на самом деле, для кого? Для себя. На самом деле, для своего наслаждения готовим, потому что мы Бададжива, обусловленные души. То есть мы уже наполовину съедаем, пока готовим. Когда, например, мы чувствуем аромат, вдыхаем аромат, благоухание, исходящее от еды, артха-боджанам, наполовину уже съедаем. А иногда мы даже не только наполовину съедаем, то есть вдыхаем, но и мысленно все по отношению съедаем еще до того, как предложить Бхагавана. Поэтому в Экадаши то, что особенно Господь любит, нужно хорошенечко приготовить, то, что нам нельзя, а вот Господу можно, и Ему предложить, чтобы у нас было это настроение Бавана, что сегодня я это не почту, вот это для Господа, чтобы мы постарались действительно что-то сделать для Всевышнего, а не для самих себя. И потом эту пхогу можно уже отложить и на следующий день почтить. Во время прерывания враты с утра. Почтить дал, рис и другие продукты, которые в Экадаши мы не принимаем. А вот в Экадаши сам предложить это все чудесным образом Господу. Так нужно соблюдать Экадаши. Поэтому Господь у Хирани Говардана, либо у Хирани Джагадиша, силой как бы забрал все их угощения, которые они приготовили в Экадаши. Атмавины Путрава, цитата. Во Врадже и в Навадвиве похожие лилы. Каково правило обычно в этом мире? Как все устроено? Обычно все очень любят своих детей. Даже если ребенок, ну, не самый красивый. Все равно для родителей он самый-самый лучший. Даже если соседские дети более красивые, свой ребеночек самый-самый. Так это или нет? Да. Для матери ее сын, ее дочь самые лучшие. Даже если соседские дети прекраснее. Все равно свое это самое лучшее. История на эту тему. Один царь однажды позвал слугу и сказал: «Эй, слуга, в моем царстве найди самого красивого ребенка и приведи мне его, я посмотрю». И слуга привел с собой своего сына. Царь сказал: «Так, я просил самого красивого ребенка, ты мне почему своего сына привел?» А слуга ответил: «Ну, для отца, чей ребенок самый лучший? Его собственный, поэтому я тебе своего ребенка и привел. Вот, смотри на него, он самый красивый, самый лучший. Нет никого прекраснее моего малыша». Таков закон природы. Но во Врадже, и особенно в Навадвипе, по-другому. Не так, как обычно. Например, гопи любят своих детей. Кого они больше любят? Кришну. Как только появляется возможность, они идут к маме Яшоде. Раньше как было? Например, электричества не было. Если в одном доме разжигали огонь, потом приходили в другой дом и этот огонь брали, чтобы развести огонь уже у себя. Не было таких прогрессивных технологий, как сейчас. И гопи тоже. Как только малейший повод появлялся, они шли к маме Яшоде. Например, если нет дала, нет соли, шли к маме Яшоде. В нашей деревне тоже так было. Чего-то не хватало, шли к соседям. Соль закончилась, чего-то еще не хватало, шли к соседям. А потом соседи, если у них что-то заканчивалось, шли к нам. Например, риса было мало, шли к нам. Так соседи помогали друг другу. Кто-то
даст муку, потом этот человек даст то, что нужно тому, кто дал муку, и так далее. Очень дружные отношения были. Все поддерживали друг друга, помогали так. А бывало, что у кого-то 5-6 детей. И, конечно, все соседи относились к ним как к своей собственной семье, тоже помогали их растить. И вот так вот гопи, как только малейший повод появлялся, шли к маме Ишоде. Ради чего? Внешне, чтобы попросить что-то, либо поговорить. А на самом деле посмотреть на Кришну. Они говорили: «Кришна в нашем доме сегодня украл масло. Он сделал то, напроказничал таким образом». Они говорили маме Ишоде, а смотрели в это время на кого? На Кришну. Почему? Потому что на самом деле они пришли ради Даршана Кришны, на него полюбоваться. Подобным образом, читание Махапрабху Нимай привлекал сердца всех соседских матерей. Они любили его гораздо больше, чем своих собственных детей. Почему? Потому что Махапрабху — это параматма, сверхдуша, то есть душа души. Приводится пример. Кого мы любим на самом деле? Ну, помимо детей. На самом деле, кого мы действительно любим? Атму, то есть самих себя. Как это проявляется? Например, есть у вас сын, муж, отец. Если, например, мы любим родителей, но они оставят тело, мы будем любить их мертвое тело? Нет, конечно. Мы не будем испытывать к нему привязанности. Потом, наоборот, пойдем принимать омовение после того, как увидим их мертвое тело. И постараемся как можно скорее это мертвое тело вынести из дома. Почему вынести? Ведь это тело. Мы вроде как его любили. Выражали к нему тепло, заботу. Почему сейчас не делаем это, этого? Причина в том, что внутри была душа. Вот с душой у нас были отношения. Душу мы любили, атму. Когда атма покинула тело, тело мы стараемся поскорее вынести из дома. Что, вы храните трупы дома? Ну, конечно, нет. Скорее вносите их. Подобным образом, когда есть атма в душе, мы любим ее. А кто такой Кришна? Параматма. То есть атма атмы, душа души. Поэтому он наиболее дорог. Матери любили Кришну больше, чем своих детей. Именно по этой причине. Атмавина Путрабала. Цитата. Хотя обычно больше любят своих детей, во Врадже по-другому. Кришну любят больше, потому что он — душа всех. Подобным образом Нитянан, подобным образом Нимай, Махапрабху тоже душа всех, поэтому в Навадвипе его любят больше всего, даже больше, чем своих детишек. Есть 10 видов самскар. Сколько? 10. Первое. Гарбадхана самскара. Что это означает? Это правильное зачатие. Когда, как, на каким образом зачинать ребенка? Например, у преданных, у Махапрабху были преданные, Кавика Напур описывает это в Ананда Вриндавана Чампа. Преданные пришли к Махапрабху и сказали: «О, Прабху, Господь, мы хотим, чтобы у нас появился такой сын, который будет бхактой, преданным, будет совершать бхакти, служение для Господа. Мы хотим такого замечательного ребенка». Махапрабху тогда сказал: «Ступайте тогда в храм Джаганнатху и молитесь ему. Получите даршан Джаганнатха Баладева Субхадры. После этого ваше желание будет исполнено». И эти преданные пошли в Джаганнатху, молились ему. Затем в тот же день преданная забеременела после получения даршана божеств. Получила даршан, и в тот же день ребеночек появился в ее утробе. Именно в этот благоприятный день после даршана Такурача. Кроме того, важно не только в какой день, в каких обстоятельствах зачинается ребенок, но и в какое время. От времени зависит результат. Он может быть подобен амрите, нектару, и может подобен быть яду. Почему? Потому что время играет огромную роль. Например, есть дети, которые очень непослушные, с самого детства
пренебрегают родителями, а другие малыши слушаются, прекрасно учатся, подчиняются родителям, уважают их. Почему? Потому что их первая самскара, гарба, дхана самскара, была правильная. Например, Хираньякши и Хираньякашипу. Почему появились? Потому что дети молились Кашьяпе о Саити в неблагоприятное время, когда Шиваджи со своими спутниками путешествует повсюду с призраками, духами. Поэтому очень важно, в какое время начинаются дети. Вторая самскара — гарба самскара. То есть какие самскары ребенок получает в гарбе, в утробе своей матери. Если мать изучает священное писание Бхагаватам, Гиту, слушает священное писание, ребенок будет замечательным. Например, Прохлада Махарадж стал почему таким великим преданным? Он сам рассказал своим школьникам, что когда он пребывал в утробе матери, его гуру Нарада Муни рассказывал его матушке Харикатху. Именно поэтому Прохлада Махарадж, еще в утробе матери, слушая Харикатху, стал таким замечательным преданным. Затем ребеночек уже рождается. Потом, какие самскары проводят? В том числе карна-ветха самскару, прокалывание ушей. Их прокалывают их мальчикам и девочкам. И надевают сережки. Иногда мальчикам такие красивые сережки надевают, как для девочек. Также проводится чура-карана самскара, то есть сбривание волос, когда оставляется шикха. Для этого родители ведут ребенка в храм, иногда посещают дхамы, титхи, святые места, то есть стараются сделать это в благоприятном месте. Просят, чтобы ребенку обрили голову и оставили шикху, если мальчик. Это чура-карна самскара. Все эти самскары Махапрабху, естественно, прошел. Одну за одной он их проходил. И прошел, естественно, и видя рамху самскары. Это одна из самскар, когда ребенок начинает учиться и изучать алфавит. Выбирают для этого благоприятный день, хорошего учителя. Знаете, что сначала пишут? У нас сначала что пишут? На дощечках пишут такие кружочки. Брама, Вишна, Махеш. Гуруджи из Ори, там буквы похожи на кружочки. Поэтому пишут кружочек Брама, Вишна, тоже как кружочек буква, и Махеш, тоже буква как кружочек. Это то, что учит сначала ребенок. Либо он учится писать Ом, либо изучают, как писать Брама, Вишна, Махеш. Все эти самскары Махапрабху прошел. Сейчас, ранее, благодаря этим самскарам, дети были очень хорошими, они слушались родителей, помогали, им служили. Но сейчас из-за влияния западной культуры дети развращаются, смотрят телевизор, проводят время за смартфоном, получают неблагоприятные впечатления, поэтому ведут себя не очень хорошо. А вот Махапрабху, как было принято ранее, получил все благоприятные самскары, и поэтому был замечательным ребенком. Затем также Махапрабху также проходил Ручи Парикшу, мы это уже сами обсуждали, определение наклонностей. Махапрабху во время этой процедуры обнял Шримад Бхагаватам. Что это предсказало? Что однажды Махапрабху будет проповедовать Шуда Бхакти, чистую преданную, Савая Пумсам Парадхарму, цитата. Атма, как может обрести умиротворение и счастье? Савая Пумсам Парадхарму. Для всех джив есть одна Парадхарма, высшая дхарма. Какая? Это Бхакти Радхокшича, та, которая обладает обрести преданность Господу, бхакти к Бхагавану. И бхакти какое должно быть? Ахайтуки, не бескорыстным и апратихата, непрерывным, не прерываться. Например, когда мы льем мед, его струйка течет непрерывно. Подобным образом бхакти тоже должно быть постоянным, непрерывным. Именно такой бхакти удовлетворит душу. Об этом повествует Бхагаватам, поэтому Махапрабху Бхагаватам и обнял. Итак, Махапрабху получил все самскары. И что дальше описывается? Как он вступил в брак?
И что случилось тогда? Это мы уже послушаем завтра. Какие лилы Махапрабху являл с мальчиками, как он вступил в брак. Да. Вайшнава ху нама.